Анастасія Кіндер, дипломований косметолог з медичною освітою, постійно підвищує кваліфікацію, відвідуючи професійні курси, стежить за останніми новинками в індустрії краси і використовує їх в своїй роботі. Ми раді вітати вас, Анастасія, у нашій ранковій програмі. І ось, як вже сказали нашим глядачам, про те, що взимку дійсно ми можемо відчувати приход зими за допомогою нашої шкіри. У декого вона починає більше жирніти, у декого стає більш сухою, ми відчуваємо якісь подразнення, вона стає більш чутливою. З чим це пов'язано? Ну, во-первых, осенью нас ожидает достаточно неприятный сюрприз, так как летом кожа из-за высоких температур достаточно пересушена, то осенью еще больше начинается пересушивание кожи, потому что ветра, дожди, все это неблагоприятно влияет на нашу кожу. Она становится более чувствительной, раздражительной, то есть создается определенный дискомфорт. С этим дискомфортом, конечно, не очень хорошо бороться, но, возможно, и если ухаживали летом за кожей, не давали ей так сильно пересушивать ее, да, то в таком случае, в принципе, достаточно это несложно. Самое главное – это подобрать хороший, комплексный домашний уход. Сюда входит и очищение, тонизация, обязательно должен быть крем по типу кожи. Тогда уже мы на зиму выбираем немножко другой крем. Об этом мы поговорим немножко позже. Но вот если мы говорим про очищение, то очищение для кожи должно быть качественным и очень, ну, таким вот хорошим. Два раза в день, утром и вечером нужно смывать с лица всю грязь, жир. Все-таки, как бы ни было, мы потеем, сальные железы работают. И для этого нужно это все хорошо очищать. Также нужно скрабировать кожу. Скрабировать кожу после лета, конечно же, нежелательно такими скрабами с абразивными частицами, там сахар, соль, еще что-либо. Достаточно жестко. Ну, опять-таки, я говорю, в зависимости от типа кожи. Если она, ну, такая комбинированная, ближе к сухой, возможно, то, конечно, лучше пользоваться скрабами по типу гамаш. Вот они такие кремообразные, хорошей текстуры, они не царапают и не вредят коже. Если кожа тонкая, особенно они очень хорошо подходят. В домашнем уходе их достаточно удобно и хорошо сделать. Вот. Также тонизировать можно кожу различными тониками, которые будут питать кожу, восстанавливать pH после того, как мы поскрабировали, очистили кожу. И не использовать средства спиртсодержащие обязательно. Потому что если же мы будем использовать там спирт или же какие-то там элементы у нас будут воспалительные и прижигать их спиртом, и еще больше будет пересушено, мы не добьемся того эффекта, который нам необходим, конечно же. То есть про згложення шкіри ми не забуваємо не тільки влітку, але й восени. Да, да. А ось щодо захисту від ультрафіолету, тому що чимало дівчат вважає, що з приходом осені можна забути про СПФчики, можна забути про живлення шкіри, тому що, ну що ж, вже холодно, навпаки, необхідно щось таке масне накласти на шкіру, щоб її захистити від холоду. Это да, это, конечно, многие об этом говорят, но опять-таки, если мы так прям сильно будем защищаться от СПФ, наша кожа тоже не будет получать всего, что необходимо, потому что кожа это СПФ, то есть вот это вот солнышко, оно тоже необходимо для выработки витамина D. Тогда наша кожа меньше будет стареть. То есть это такой вот процесс, он взаимосвязанный. Недостаток хорошо, плохо, и переизбыток плохо. Поэтому надо знать хорошую середину. Если летом мы использовали СПФ защиту там 30-50, и там каждые 2-3 часа плюс, ну пусть 4 часа, да, если же мы на пляже, то там 2-3 часа меняли СПФ, то сейчас, конечно же, нужно уменьшить фильтр хотя бы на 15, может быть, даже на 10. Ну, 20 – это, ну, просто сейчас он не нужен будет. Угу. Лучше уже покупать крем, который содержит SPF 15-10, вот так вот. И он будет увлажняющим, но, опять-таки, зимой нельзя использовать увлажняющие крема. Многие говорят о том, что нельзя использовать увлажняющие крема, потому что они содержат воду. Ну, знаете, все крема содержат воду. Они содержат в определенном их, в определенной форме, и в таком случае тогда вообще никакие крема нельзя использовать. Много вообще споров на эту тему, на самом деле, можно, нельзя использовать. Мое мнение такое, что если же температура выше
5 градусов, то мы на улицу спокойно можем наносить увлажняющий крем. Там с SPF защита и тому подобное. Там уже непосредственно тот, который подходит нашей коже. Если же ниже 5 градусов, то уже будьте добры, нанесите питательный. Защитите вашу кожу, не дайте ей пересушиться и дайте ей то нужное питание, те витамины, которые она получала летом, а зимой, к сожалению, не получит. Вот, потому что питательные крема, многие содержат достаточно много витаминов, необходимых растительных масел, которые достаточно хорошо влияют на нашу кожу, создают пленку, как бы не дают влаги испаряться. А витамины питают и насыщают нашу кожу необходимыми элементами. Самое главное, чтобы в креме зимой были такие витамины, как А и Е. Всегда смотрите, когда вы выбираете крем питательный на зиму, нужно смотреть состав. Вот в составе, если написано там витамин А, Е, хороший крем. А еще нужно смотреть, чтобы в состав входили масла, к примеру, масло карите или же масло ши, масло авокадо. Они очень благоприятно влияют на нашу кожу. И при выходе на улицу, если вот мы летом наносили за 15-20 минут до выхода крем, то зимой желательно же хотя бы минут 40, это как минимум, для того, чтобы крем успел впитаться. Он достаточно жирный, вот нужная влага, которая в нем содержится, она испаряется, и тогда вы чувствуете себя комфортно, и кожа ваша защищена, и чувствует себя так же само комфортно. Восени ми відчуваємо, що у нас йде спад нашого настрою, все вважається таким сірим та одноманітним, такою ж відчуває себе і наша шкіра. Чимало дівчат може побачити проблеми із шкірою, з втратою якогось кольору, вона стає тьмянішою, інші якісь проблеми та висипи. Які б салонні процедури, ми зараз поговоримо про салонні та домашні рецепти, от щодо салонних, що б ви могли запропонувати дівчатам для догляду саме у цей період, у листопад до грудня? Салонные процедуры, в принципе, можно использовать все. Все, и, но если мы говорим о том, что кожа немножко пересушена с лета, то тогда нужно проводить процедуры, которые будут ее увлажнять, будут восстанавливать цвет, будут восстанавливать хорошее кровообращение. К примеру, для этого очень хорошо используются пилинги. Вот все говорят, все косметологи, только наступает сентябрь, все выставляют посты, сезон пилингов начался, и все-все-все быстренько бегите ко мне, я буду делать пилинги. А до какого месяца необходимо встигнути зробити пилинг? Що я знаю, що ось взимку вже починається знову ж таки активна фаза сонечка, і трошки це небезпечно для шкіри, у кого є проблеми з пігментацією. Звісно, у кого є пігментація і хто от чекає осені для того, щоб з нею поборотися, то, звісно, потрібно вибирати такі місяці, як, ну, можливо, ноябрь, декабрь, в принципі. Ну, коли піде сніг, ну, теж достатньо не дуже добре, тому що он тоже излучает свет, и который будет влиять на это. Но тогда нужно использовать SPF-защиту. Солнце зимой не такое активное, как летом. Поэтому мы спокойно можем использовать SPF-защиту. Мы можем у листопада как раз с этим скористатись. Да. Ноябрь, декабрь – это очень хорошее время. И, не знаю, возможно, если март уже, конец марта, наверное, апрель начинается активное солнышко. Хотя у меня мои клиенты все используют в течение всего холодного времени пилинги, и, в принципе, они знают, что есть SPF-защита, и вот нужно ей пользоваться. Да, не такая прям 30-50, но нужно ей пользоваться. Можно делать маски, различные увлажняющие, коллагеновые. Можно делать очень прекрасные альгинатные маски, которые на основе водорослей, которые достаточно хорошо влияют на нашу кожу. Они покрывают кожу, и кожа становится более насыщена влагой, они не дают вот этой влаге испаряться. То есть мы можем сделать как одну масочку просто и можем положить еще под нее какую-то маску увлажняющую там с витаминами, минералами, витамином С, коллагеновую, любую. И альгинатная маска поможет, мы можем сыворотку даже положить, просто самую обычную увлажняющую для того, чтобы кожа стала более красивой и насыщенной, ухоженной. Также нужно еще проводить массажи, которые улучшают кровообращение. Массажи очень благотворно влияют на улучшение цвета лица, тургора. То есть, по сути, наша кожа достаточно становится подтянутой и хорошо выглядит. И пропадают вот эти мелкие морщины, заломы, про которые мы говорили ранее.
Ось щодо того, що робити у салонах, ми дізналися, але ось чимало дівчат за браком часу не встигають виділити для себе кохане якусь часинку і сказати, так, все, я на цю годинку поїду до салону. Що робити для таких бізнес-леді, які завжди зайняті, але вдома вони вже ввечері перед тим, як лягати спати, або вранці перед тим, як їхати на роботу, можуть виділити декілька хвилинок. Чи є для них якась допомога, щоб у них також була стяюча шкіра? Да, конечно, они могут и дома использовать эти все процедуры, и в принципе это достаточно несложно, и есть самые простые. Я подготовила самые такие обычные рецепты, которые можно использовать, можно делать дома и вечером, и утром. Это не займет много времени, и ваша кожа будет всегда ухоженная, красивая. К примеру, для очищения кожи. То есть мы умылись гелем, и дальше мы готовим скраб. Скраб самый обычный, банальный. Ничего нету сложного, никаких добавлений. Мы берем самую обычную овсянку. Есть можно кофе, есть мед. Можно еще там добавлять разные вещества, там и отвары, и все на свете. Но самый банальный, у кого не будет аллергии, у кого будет хороший эффект, это запарить овсянку. Ее можно и потом через 15 минут нанести на кожу и просто скрабировать, потереть, да, или же, ну, аккуратно помассажировать. Или же, если кожа достаточно чувствительная, ее можно измельчить, там, блендером или, там, не знаю, миксером, у кого что есть. И так же само нанести, это будет та кремообразная масса, которая необходима для скрабирования кожи. Тонизация точно так же, можно сделать отвары из шалфея, ромашки, череды, и точно так же можно тонизировать кожу, протирать утром и вечером. То есть таким образом мы тоже будем кожу насыщать нужными витаминами. Но, к сожалению, это не с кремом. Крем, к сожалению, нужно подбирать хороший по типу кожи. Вот очень интересно, можно выбрать крем на зиму. Если же мы летом пользовались кремом, который нам и увлажняет, и у кого там проблемы какие-то кожи, с кожей, с жирностью, то можно крем использовать, подбирать себе на зиму на тип, который как бы соседний. К примеру, если кожа жирная, мы выбираем крем для комбинированной кожи, и вот так и дальше поехали. Для нормальной, ну, комбинированная нормальная, для сухой кожи выбираем для более сухой и чувствительной кожи. Тогда наша кожа будет достаточно довольна, и зимой мы не будем ее переувлажнять или пересушивать, или там насыщать чем-то непонятным, и она не будет впитываться. Тогда кожа будет очень довольна и говорить нам за это спасибо. Дякуємо і ми вам за те, що дійсно Спасибо. Порадили нашим глядачкам про те, як виглядати неперевершено. Я думаю, що ваші поради допоможуть їхній шкірі стяяти.